классный костюм, да, Сушица? Он Гидрик Сушица, да. Свой человек. Здравствуйте. Здравствуйте. Привет, Саша. Костя, Виталий. Проходите. Костя, это твой дом? Ты зверь какой-то. Не совсем, друга. Друга? Да. Круто. Опа-на. Добрый день, хлопцы. Здрасте, здрасте. Привет. Смотрела, иначе он не дома. Да-да-да. Кость, смотри. Не поверишь. Мы как бы выживаем без денег, но мы можем пользоваться твоим приглашением. Украинский борщик и сало с чесноком. В Норвегии. Ведро, я же тебя просил взять сало, но ты не взял, потому что мы же выживаем нельзя с салом, да? Нельзя, да. Ну плюс перевес. А в Норвегию сало нельзя ввозить вообще. Серьезно? Здравствуй, Александр. Привет, а откуда у тебя сало? А? Никак. Сейчас нарежем. Ну проходите вы как-то. А мы же выживаем. Нам нельзя. Нет, слушай, да, нельзя нет, смотри, мы можем сделать, мы можем с тобой так договориться. У нас есть бутылка Хеннесси, и мы можем заменяться с тобой на что-нибудь. Но это должно быть что-то супер крутое. Типа там нас на лодке куда-нибудь везешь, дашь нам ночлег, баню, там. Свет. Ну, то есть, бутылка очень хорошего коньяка, она дорого стоит, понимаешь? Что можешь предложить? Все перечисленное. Света пускай сама решает. Подождите, Света так, с вами уже салом делится. Я вот тоже считаю, что после борща и сала уже можно коньяк весь отдавать. Вручай торжественно. Все, Кость, мы договорились с тобой. Выпьем ее через 10 лет вместе. Договорились. Да. Нормально. Ого. Спасибо. Приездом. Да. Проходила. Ну вот такой лайфхак, ребята, как надо выживать в Норвегии, если у тебя есть подписчики лояльные и Хеннесси. Так, сейчас мы вам покажем. О, ничего себе, этот роман. Вот это да. Слушай, сколько стоит такой дом купить? Стань дом, и он еще сварится. 100 тысяч евро? Вот это я понимаю, вид на миллион, да? Борщ. Очень, да? Не, ну, конечно, он безумно вкусный, его как птеть. Так. Вот, таких вот в Норвегии у нас. Идите борщ есть. Малыш. Ребят, напишите, пожалуйста, в комментариях. А вообще честно так выживать или нет? Наконец-то началось правильное выживание. Не смогли выжить без борща. Вынужден что-то начинать понимать. Есть, Саня, если что, так на всякий случай. Нет, ты же не привез. В общем, ребят, больше не буду никогда к Майоровой заезжать и вообще с ней встречаться, где бы это ни было, потому что весь контент, ну, дальше вы уже, собственно говоря, можете закрывать видео, контент закончился. Она накормила ребят, и теперь, смотрите. Свет, давай, выгоняй их, пусть гидрики одевают. Это выживание, вы что, обалдели, эй? Настроение усиливается. Настроение. Пехота. Пехота работает! Разведка! Выезжаем в море на рыбалку. Также ребята одели гидрики и постараемся сегодня найти лосось. И мы сейчас поедем в то место. Оно такое дикое, там нет туристов практически. Постараемся поснимать под водой, как себя ведет лосось. Он сейчас должен на нерест заходить. Потому что очень хочется поесть красной икры. И хочется также засолить филе лосося. И ну как быть в Норвегии и не поесть этой замечательной красной рыбы. Поэтому едем, часть ребят будет рыбачить, также ребята залезут под воду и, возможно, добудут какой-то трофей. Поехали. А ты был в Норвегии, Макс? Я не был никогда, если бы была мечта сюда поехать когда-нибудь, посетить эту страну, но, к сожалению, у меня не было шанса, просто не было подходящей компании, с кем можно сюда поехать, а все равно же ехать с настоящими друзьями, с настоящей компанией, чтобы насладиться не только природой, но и всем вокруг, просто всем путешествием. Если у вас есть шанс сюда приехать, я каждому советую это просто сделать, посетить эту страну, посмотрите на эту природу, это просто красота. Я вначале все фотографировал на телефон, но я понял, это не передать просто телефон, но видеть своими глазами, и просто вот глазами фотографировать и в мозге, чтобы это все осталось. Это красота, это просто изумительно. Че, идем лосось снимать? Да. Я сколько раз видел у тебя видео, как ты вот эту вот пятиминутку делал икру. Я обязательно хочу попробовать. Я ел, конечно, но вот этот свежий. Для этого нужна икра. Да. Я все понял, все будет. Первый пошел. Игорян не терпится. Я пошел на руку.
лососи стоят, да? Лососи. Давай. Принеси одного. О, хорошая, это кто? Это лосось, да? Чёмка, да? А? Чёмка. Нифига ты красавец. Крупнее видел? Не, вот такие все. Да, забирай. Офигеть. С икрой, смотри. Ну что, будем готовить? У нас задача уже выполнена. Лосось есть. Обалдеть. Ни раз в жизни не ел, кстати, дикого лосося именно такого, чтобы сами добыли. О, а это похоже на какую-то другую. Колец. Ага. Арктический. Тоже с икрой. Нам нужна палка и костер. Пока ребята ныряют, мы развели костер и начали понемногу выживать. Приготовили самую маленькую рыбку, а большие оставили на засолку. Посолим филе и икру. Надо попробовать, что получилось. Мне кажется, уже готово. Рыба сочная. Смотрите на эту красоту. Я думаю, она и без соли должна зайти. Нежнейшая. Это нереально вкусно. Друзья, приятного аппетита! Красава! Вот так, места надо знать. Вот это браконьер. Ну, нормально ты, Виталик. Саня, отбила да. Поездку. Красота, конечно, да, здесь? Слушай, ну мне нравится прозрак, просто космос такой, блин, стоят все сразу. Классно, Макс спустился водоем в этот бассейн, с которого мы начали. А мы со Светкой там стреляли и шугали. То есть мы двух стрельнем. 6 штук вниз убежит ко мне. Макс лежит на входе в бассейн. Бац, бац, бац. Следующий, ребят, бац. Как в супермаркете. Ты понимаешь, каждая же этих рыб могла быть твоя. На горбу надеваю их просто и все. Не, класс. Макс решил все-таки по-быстренькому пожарить рыбку. Копченая. Вот это свежесть. Давай пробуй. Мне понравилось. Горячо. Вкусно? Потерять. Как тебе выживание, Макс? Обалденно. Кому как и понравится. Мы уже поели. Уже поели? Ну мы одну съели, да, маленькую. Горячо. Самый первый раз. Вот оно. Филейное филе. Макс! Что? Ну хватит выживать. Ну не хочу ходить. Оставь его здесь. Оставь меня здесь, реально. Ну посмотри, как природа, я не насмотрюсь такого больше. Ночку бы здесь, да, провести хотя бы? Да. Смотри, все уходят, не дают мне дожарить. Ну в следующий раз с палатками приедем, да? Да, пожалуйста. Ты в этот раз приехал с палаткой? Ну естественно, я же выживаю. Естественно, мне сказали выживать. Вот я взял спальный мешок, палатку, ножик, фонарик взял с собой еще. Ну все, вот видите, даже... Снаряга есть, да? Снаряга есть, все. Мне другого ничего не надо, все, мне хватит. Макс, да согрелась, можно есть, мне кажется. Ты можешь здесь оставить меня, реально, на неделю спокойно могу. Да есть же справедливость в этом мире. Опа, смотри, как хорошо. Видишь, и сошла. Рыба моей мечты. Ну что смотреть, Никит, опять я выловил кого-то там. Стоит мне отойти, как все, приходится опять бежать, подтаскивать, вытаскивать. Дай-ка пойду к... Грома как дуплетом дали. Второй раз. Ребята, что значит рыбалка в Норвегии? И не просто рыбалка, что значит сервис в Норвегии. Это когда с одной стороны тебе подают коньяк, а с другой орешки. Еще и спиннинг подержишь, чтобы ты мог выпить и закусить. Нежильная сказка, друзья. Мощная рыба идет. О, Виталя Манстил! Рыба моей мечты! Осторожно, давай, погреб! Баграт! Есть! Есть! Опа! Серьезная вещь.
тупо, смотри, ровным размером. Не, ну оптимизм, короче, он был оптимист. Оптимист, да. Вот чему приводит оптимизм, пацаны. Друзья, мы сегодня провели великолепный день на горной реке в поисках лосося. Нам удалось взять несколько особей, в том числе и коренных, поэтому мы сейчас отправляемся на берег, готовим 5-минутную икру, делаем слабосоленого лосося и наслаждаемся жизнью. Третьих гималайской соли и 1/3 сахара и солевое филе. Голову сейчас на уху сразу пустим. Это вот присоленная филешечка, вот так. Просто космос. И в принципе уже можно есть. Почему? А? Ребят, вот что значит командная работа. Кость, если ты смотришь это видео, прости за кухню. Здесь у нас соль, максимальная концентрация, то есть я перелил остатки. Добавляете соль до тех пор, либо картошку ставите, кладете сюда картошку, она всплывает, значит нормально соли. Либо просто на глаз кладете как можно больше и потом сливаете, вот остается осадок небольшой, значит все нормально. Теперь клади сюда. Просто? Да, просто выкладывай. И ровно 5 минут засеки. Да, просто вот сюда слить. Ну я это имею в виду. Ты хотел промыть. Ну я имею в виду честиться. Я иностранец. Все? Все готово. Ребят, это самая вкусная укра, которую мне удалось попробовать в своей жизни. Она настолько, я не знаю, насыщенная, да. Рыба 3 часа назад плавала. Все? Накладывать? Да. Выживаем как можем. Да. Уже из последних сил. Устали уже выживать. Давай, Макс. За вас. Спасибо. Масла у нас не было, да? Поэтому икру мазали прямо на хлеб. Оно и не нужно, да. Давай. Эту икру я подстрелил, эту рыбу. Я ее распотрошил, достал икру. Саша показал мне, как это делается. Минутка. Ну вот, пришло время наслаждаться. Так что вам хорошего просмотра. А нам приятного аппетита. Всем приятного аппетита. Давай. Сейчас конечно сам. И передавай по кругу, Маша. Так, ну что? Раз. Нет, ну! Едем в Сальстраум. Там мы уже были, хотим попробовать взять лодку. У нас осталась всего лишь одна бутылка Хеннесси. Я надеюсь, у нас получится ее на что-то заменять. Желательно на лодку, потому что мы хотим набрать гребешков. Че, Сань, поехали! Вот за тобой нельзя ждать уже, давай. Андрей, заводи. Все вы знаете компанию Shell, у которой на логотипе ракушка такая большая. Эти ракушки в России называются гребешки, и именно сейчас мы постараемся их добыть. Для этого мы идем в город Бодо, и в 15 минутах от этого города есть место, где очень много гребешка. Андрюха о нем не знал. И он обиделся и не хочет с нами. В общем, ребят, сейчас будем искать гребешка, посмотрим акваторию, найдем место, где его максимальное скопление, и там повесим буи, и, соответственно, будем. Гребешок весь начинается от 10 метров,
Чем глубже, тем он крупнее. То есть, если на 20-ку сможем нырнуть, то возьмем такие огромные ракушки. Оставим себе как сувениры. Они очень красивые и самое главное вкусные. Красивые капец сзади, да? Мы столько не слушали, да? Да, съедим, ты чё? Гнали в воду. А нашли еще раз, сколько нас сейчас останавливают. Мне нравится эта страна, слушай. Нахуй, погнали в... Ооо, вообще здоровенный. Нифига себе. Кося, я с каждым годом, с каждым днем понимаю, почему ты живешь в Норвегии. А вилочки взял кто-нибудь? Да, я взял, вот. Уиски. Это моя. Фу, вот это красота. Капец. Передайте название рядом. Он сладкий. Ничего себе. Сладкий. Нет, такой еще размер не видел, честно говоря. Сколько я их не ел, но таких я еще не видел. Ну вот такой вот, максимум вот такой размер, вот. Я таких тоже не видел. Набрали немножко гребешков, удивились их размером, особенно насколько мощная нога, которая выполняет функцию мышечную, и насколько она вкусная, сладкая. Первый раз, честно говоря, ем. Хотя мы второй раз в Норвегии, первый раз в жизни ем вообще такие... Гребешки – это самое вкусное, наверное, что я ел из морепродуктов. Его не надо ни жарить, ничего, он полностью абсолютно как будто, как это… Больше на фрукт похож. Да, растет готовым, и сладкий. Дыня буквально, да. Да, похоже на дыню, да, то есть никак не похоже ни на мясо, ни на рыбу, ни на морепродукты, вообще ни на что. То есть очень такая, мне кажется, это чистейший белок, который сразу же усваивается, он еще не успевает даже в желудок попасть, и уже все. И уже все? Да, и уже все. И уже на питательное вещество. Саня уже завелся. На питательное вещество, да, приедем домой, проверим, насколько это мощный афродизиак, да. А может, кто-то успеет проверить до того, как приедет домой. Нам еще час нужно ехать до базы, Саня. Ну что, поехали на базу. Сейчас, я думаю, норвежцы все удивятся, потому что мало кто знает места, где можно... найти такие гребешки. Я хочу поблагодарить опять Костю за то, что он нам спалил место, так сказать. Обычно места не показывают. Спасибо огромное. Спасибо, Костян. Спасибо, Костян. Красава. Что, поехали сдавать гребешка? Поехали, да. Ну, стой! Так, хватит снимать! Сейчас пальцы оставим. Ай, снимай! Снимай! Я плачу. Дорогушки. Ты чё? Я думаю, она сдохла, смотри, как надавила. Да, конечно, чё ты? Нифига. Ты бы ещё крокодилу засунул в рот. Я думаю, она сдохла, открылась. Нифига себе, какая палец пришла. Смотри, ты эту дырку на пальце. Покажи. Я думаю, она сдохла и всё. Андрюк, давай, доставай этот ящик и иди меняй на что-нибудь. Я думаю, эта валюта здесь зайдет. Одна штука. Все. Так, нам нужен хлеб. Так, ребят. Нам нужна колбаса. Женщины. Сигары. Женщины. Сигары. Женщины. Еще у меня еще пять. Лимон. Лимон. Во, лимон нужен. Да. Че мы такой зелененький? Тоже был. Макс, бери, короче, несколько ракушек в руки и пошли. На берегу стоит огромное количество рыбаков. Уверен, что у них такого улова нету. Сейчас попробуем его заменять. Тут это вообще редкость на сальстраум. Переводи по-русски, откуда они? Хайбок. Хайбок. В Германии. Скажи, можем поменять на... Скажи, 50 метров, с 50 метров достали. 50 метров тифа фанги. На задержке дыхания. Ja, die Luft dann ging runter. Вот hier, die dann. Was macht ihr denn? Да, давай угостим, может, и тогда точно зайдет. Сейчас им покажем. Аккуратно, Макс, не порежь.
Кейда, да? А я кейс. Так. Кому не гройся? Трайволтон. Трайволтон. Убедман. Das richtige Fleisch, das richtige Sülze, irgendwas. Und dann kommt der Nachgeschmack, diese Süße raus. Geil. Das ist nicht so was wie eine Auster oder sowas, das Klebrige oder sowas. Probiert mal. Richtig gut. Probiert mal. Hammer. Lecker. Probiert mal. Вот это я понимаю, и тушенка есть, смотрите. Мы махнем. Это самое. Deutsche Wurst. Да. Слушайте, давайте сделаем обзор. Смотрите, у нас есть макароны, причем есть и спагетти, лук есть. Это, слушайте, это из Шварцвальд, это регион Германии, которая очень, это как называется черный лес в переводе, лесной регион Германии, и там делаются просто обалденные мясные продукты. Правда, как уж в Баварии, например, рулка там или такое, то это из Шварцвальд, это вообще бомба просто. Вот эти вот продукты. 7 лет они уже приезжают сюда, все вместе, компания, их традиция сюда приезжать на рыбалку. А в одно и то же место, да? Immer gleiche Ort, oder woanders? Immer gleiche Ort. Все время сюда. Даже перевод. Все время сюда приезжают. Каждый год приезжают сюда и здесь отдыхают компании. У нас осталась одна, единственная, последняя бутылка, которую специально для такого случая, когда люди к нам добром, и нас всем угощают, и мы тоже хотим угостить их. Сейчас все вместе разобьем ее. Потому что они душевные, они друзья, они, как и мы, собираются все вместе для того, чтобы приехать. Хотя они ездят в одно и то же место, но мы здесь тоже второй раз. Они все вместе собираются для того, чтобы перезагрузиться, чтобы ребята тоже предприниматели. Для них это такой... Рыбалка – это хобби, которое помогает людям перезагружаться, побыть наедине с природой. Это очень древнее занятие, и поэтому они приезжают сюда и отдыхают, общаются, наслаждаются жизнью. Пошел заходить. Смотри, еще добавочка нам еще, сверху еще добавочка. Галь, was ist das? Schwein? Das ist alles Schwein, ja. Das ist Schwein, okay. Speck, Paprika Leone. Ого, смотрите, что у нас. Из паприки. Das ist Fleisch, ne? Schwein, да, свинина, мясо с паприкой. Свежее в банках сделано, его друг делает. Потом нарезка. Бекон нарезка и бекон нарезанный. Из Шварцвальд. Это лучшее, что есть, говорит. Это, говорит, лучшее, что есть, свежее, закумиры. Причем мы сюда приехали, им сделали. Смотрите, какой толщины видали. Слюни потекли. Это самое лучшее, что пока получили вообще за всю поездку, друзья. Смотри, на нас садишь. Пробку на нас садишь. Они так всегда так делают. На нас. Смотри. Так вот задевай ее, как баком. Да, вот так у тебя есть. Во! Пей! Во! Это такая реально, я знаете, маленькие, это называется клопфа, называются они. Это называется клопфа, потому что как бы звук, когда ты чуешь сюда. Это genau die Richtung, wie wir das probieren müssen. Deswegen, wir machen jetzt mal, degustieren wir mal den Cognac zusammen. Да, Макс, скажи. Кстати, давай. Это да? У нас последний. Да, я сказал, что последний только для них, поэтому для такой симпатии, таких парней. Да, давайте попробуем. Да, deswegen muss ich es auf jeden Fall probieren. Pass auf, ich du musst. Mach Foto, weil du musst nämlich jetzt ausschenken. Макс, наливай. Pass auf, hier. Ihr müsst aufziehen. Das ist der Quotenteufel. Aha. Oh. Pass auf. No. Yeah. Very nice. Oh, thank you. Это просто безумно. Гребешки с сыром, с чесночным маслом. Приятного аппетита. У меня больше нет слов. Думаешь? Давай, ну как что запишешься должно еще? Нет. О, оно. Игорь, ну дай одну. Дай попробую. Костя. Это просто. Костя. Это вообще бомба, ребята. Как хорошо, что у вас нет рядом с нами. Я офигеваю.
Это идеальное сочетание. Да не надо пробовать, накладывай. Там дента. Приятного аппетита. Все, вот приятного аппетита. Да. Спасибо. Приятнее, чем гребешки, крабы, и все вместе взятые, да. Тупо макароны. Макароны с тушенкой. Вообще так вкусно не очень. Видимость. Ты чувствуешь, как багет раскрывается просто, когда ты берешь макаронину, то в рот. Закусываешь тушенкой. Бывает лучше. Из пластиковой тарелочки, да, из бумажной. Позади меня находится Сальстраумен. Это одно из самых сильных приливных течений в мире. Эти циклы происходят 4 раза в день. Воронки достигают диаметра 12 метров и 5 метров глубины. Мы на самом деле 2 года назад здесь ныряли, но не сами воронки, а рядом. Здесь очень много рыбы. Когда вы арендуете лодку, вам дают специальный график, по которому можно проходить под этим мостом. И самый пик течения запрещают проходить, потому что оно настолько мощное течение, это как горная река, оно просто может перевернуть лодку, закрутить вас. Посмотрите, как это выглядит. Безумная мощь природы. Одеваем гидрики и идем? Или нет? Это место соединяет два фьорда с выходом в море. Поэтому здесь такое сильное приливное течение. И что, как ощущения? Я не трус, но я боюсь. Чё, я в такую фигню не полезу. Мощь, да? Это пипец вообще. То есть я понимаю, что вот если тебя вот отсюда... То есть нам предлагают поплавать вот здесь. То есть если сюда вот вынесет... Кто предлагает? Шмаков. Наш друг. И что, не будете? Который сейчас спит. Он нам предлагает, а сам пошел спать. Макс, ты тоже не? Я не знаю. Впечатлительно, Саня, впечатлительно. Давай, глуши его, только не пропусти. Вот туда, ниже тритона бей. То по хребту или... По хребту. О, нифига себе, она здоровая. Что там такое? Зубатка. Макс, отойди чуть в сторону. Далее! Что касать? Отойди, Макс. Чё? Дарёк! Убей, Виталий, убей! О, нормально! Убей, Виталий! Макс, бревно ей вставь в зубы, зубы бревно вставь и вытащи, пусть она бревно укусит. Вытаскивай. Смотри, чтоб ногу не цепилась. А руку дай ей, она будет активнее держаться. Да вытаскивайте на берег. Макс, она с руки не совпадет. Светите ее. Подожди, сейчас ее цеплять не надо, сначала надо успокоить. Виталий это очень умело делает. Сейчас. Макс что? Тоже очень умело делает, что успокоить. Макс, то, что работает в Германии, не работает здесь, брат. Ну ладно. Макс, страшно? Да, конечно, страшно. Блин, медуз, вы не представляете, сколько. Ужас. Дядя Андрей, рассказывай. А там ожидаемо, треска сайда, таких более-менее размеров хороших. Отвел душу, да, Андрю? А? Настрелялся? Выплывает корабль, сайдина. Здорово, веду. Пум, стрелять в маленькую, попадаю, с гарпуном ушла, а это как шла, так и идет. Защитила подругу. Ну подними рыбу-то. Ох, ё. Вот это возьми, вот, хорошо. Обалдеть, я таких не видел. Нормально. Слушай, я таких не стрелял никогда в жизни.
в Лапландии находимся, у нас все равно здесь должен быть гребешок, у нас должна быть оленина, у нас должен быть лапландский сыр жареный, морожка, северная креветка, поэтому и говядина. Говядина такая мощная, которая уже, знаешь, такая брутальная, вызревшая. Чтобы ее съесть, надо все-таки хорошо поработать челюстью, зубами. Забыл предупредить, смотрите это видео только на сытый желудок. Ни в коем случае, если вы голодные, выключайте сразу. Да, я думаю, что сегодня мы будем в нашей вот в специфике Хеннесси и Лапландии. Я думаю, что эта еда должна быть очень хорошим пейрингом к такому прекрасному напитку. Но ты уже наполнил этот дом деревянный запахами еды. Мы голодные, хотя мы только что ели, вроде поели, да, и опять очень хотим есть. Поэтому... Парни, ну полчаса и все начинается. А можешь какой-нибудь секрет рассказать что-нибудь? Вот, ты сейчас про кочерышки тут рассказывал. А, смотрите, ну я могу фишечку, давай. Секрет рассказать про соус калинини, который сделан. Все на самом деле очень просто. Здесь в огороде растет прекрасная черная смородина, которую никто не собирает. Она уже переспелая. Знаешь, та смородина, которую уже ешь, она получается как джем у тебя во рту. То есть концентрация сахара настолько сильна. Я ее пожарил сейчас на раскаленной сковородке. У меня был соус из говяжьих костей с красным вином. Я добавил туда эти жареную смородину и добавил чуть-чуть темного соевого соуса. Я думаю, что это будет отличным сочетанием вместе с олениной. А еще сегодня, кстати, зубатку, которую привезли, это ноу-хау. Я такого никогда не готовил. Мы сегодня зубатку будем запекать в духовке с красной черной смородиной, политой хеннесси. И смесью чуть перцев. Я думаю, что это должно быть очень знание потеряю. Она сама по себе вкусная. Да, да, да. Вы сегодня притащили супер улов, поэтому сегодня будем его... Все. Ждем. Спасибо тебе огромное. Соль, вода, сахар. 40 минут. После этого газовой горелкой обжег. И потом протер его нори водоросли. Запек в духовке. Потом промолол. У нее сейчас такой насыщенный вкус йода у этой рыбы. Сверху крем из копченого сыра и форелевая икра, которая сумасшедше подойдет к хеннесси. Джеймс Хеннесси, сын основателя компании, это тот человек, кто вывел коньяк из коньяка и познакомил его со всем миром. При Джеймсе Хеннесси коньяк стал поставляться и в Россию, и в Америку, и в Англию, и в Испанию, и даже в Китай. Коньяк делается из белого вина путем дистилляции белого вина. После этого спирты выдерживаются в бочках, и коньяк – это всегда ассамбляж, соединение различных спиртов, и только соединяясь вместе, эти спирты дают ту синергию, которая проявляется в коньяке. Коньяк настолько комплексный в ароматах, настолько он ароматный, это благодаря смешиванию совершенно различных по стилю спиртов. Это очень похоже на вас, в вашем путешествии, вы команда, у вас синергия. Каждый из вас обладает какими-то уникальными навыками, и вместе вы одна команда, поэтому хотелось бы выпить за вас, за вашу синергию и за ваш великолепный ассамбляж. Спасибо. Конечно, ассамбляж спасибо. И тревел. Идеально ассамбляж. Подходит это к нам. Мы выжили. Это главное. Да, мы выжили. Да, пришли, чтобы пить коньяк. Потому что мы пили 9 дней, может быть, мы неправильно его пили. Ну, во-первых, должен быть правильный бокал. Вначале удовольствие для глаз, вы должны посмотреть на коньяк. Это правильный бокал? Да, прекрасный бокал. Вы должны насладиться его цветом. После этого вы должны поднести бокал носа и вдохнуть легкие ароматы, которые поднимаются из бокала. Эти ароматы дает вино. Такие винные ароматы, ароматы цветов и фруктов. Прекрасно. Затем можно чуть размешать коньяк по стенкам бокала и сделать более глубокий вдох. Вы можете почувствовать то, что дает бочка спиртам. Ароматы дуба и специи прекрасные. После этого можно сделать небольшой глоток. Распределить коньяк по небу. Посмотреть, как он растекается, и наслаждаться удовольствием. Мы говорим не пить коньяк, мы будем наслаждаться. Можно вас называть путешественники, экстремалы, любители хорошего напитка, гурманы, рыболовы, ну вообще юмористы. Поэтому сегодня очень здорово, что мы с вами встретились здесь, в Лапландии, с таким прекрасным брендом, как Хеннесси. И сегодня я решил тоже маленько вас даже не удивить, а просто
показать, что можно сделать хороших, простых продуктов, именно северных, именно здесь местных, локальных, что можно сделать вкусное, может быть, какое-то познавательное, может, для вас какие-то там новые какие-то открытия будут кулинарные или гастрономические. Поэтому сегодня будет все очень просто. Будет северная креветка, будет гребешок, будет оленина, будет говядина, лисички, жареный лапландский сыр, морожка. В общем, все, что сейчас в сезоне, в тренде и вот продолжай в говорить. Вот в этом вкусе, который вы должны почувствовать. То есть, смотрите, за окном у нас прекрасное озеро, тут прекрасный лес. Вы сегодня привезли кучу рыбы, которую, в принципе, мы сегодня еще и будем запекать. Поэтому наслаждайтесь вот этой вот эйфорией, вот этим вот моментом, который есть на данный момент. Это еда, прекрасная компания, свежий воздух, ну, в общем, прекрасные напитки. Да, ребят, хорошее путешествие должно заканчиваться именно таким образом. В классной компании, с хорошей едой. Сейчас заблюдо. Вот сейчас это. Все тоже очень просто. Здесь, конечно, немножечко принесенного продукта. Это все-таки авокадо, который делает это блюдо более маслянистое. А так, это северная креветка. Это крем из лобстера. И мята, тайская мята, больше ничего. Все то есть по-простому. Все очень просто. Все очень просто. Наслаждайтесь, приятного аппетита, я с вами не прощаюсь. Спасибо.